Ну где ты? Берем его тепленького! Бля! Я это, надо было того, это, как он перезарядился со счета. Да стой! Чуть! Какого хрена не стреляет, Блять! Я за столбом! Как они попадают-то? Опять не перезарядился! А ну-ка. А ну-ка ты где? Твою мать! Почему он невидимый, собака? Умри! Тут какая-то дичь происходит. Тут стреляют, там стреляют, монстры какие-то невидимые бегают. Что за херня? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами Тень Чернобыля. Итак, а вы спросите меня, а почему начали серию не с того места, где мы с вами проходили? Вот, ну и рожа у тебя Шарапов. Где мы закончили прошлую серию, вот. А я отвечу вам, произошло... Страшное, да, страшное. Серию я записал, но она записалась, короче, тупо без захвата видео. То бишь, короче, там видно только мое лицо и все. Ну и то, что я говорю. Звук игры, а самой игры нет, не видно. А все потому, что я, короче, сделал не захват экрана, а захват окна. И, короче, жопа пошла по полной. Вот. Если кому интересно, напишите в комментариях, я скину, короче, в группу ВКонтакте, ее просто тупо послушать, не знаю, там, ну, тупо слушать это неинтересно, потому что там черный экран, короче, и мое лицо, все, вот, так что, начинаем отсюда, коротко о той серии, в принципе, мы там ничего такого не сделали. Мы обошли тайники, там некоторые, короче, которые... тайники были у нас на свалке. Вот. Сейчас скажу, где. Где у нас там свалка? Тайники были у нас на свалке, короче. Вот этот тайник. Это ловушка. Там, короче, пусто, но большая радиация, короче. Вот. Ну, тут только рядом с этим тайником лежал артефакт, и я его взял. Вот. Здесь мы помогли, короче, очередной раз отстреляться от бандитов. Там их было очень много. В основном вся серия была в обстреле вот этих бандитов, короче. Вот. Они там не кончались и не кончались. Но мы всех их там поубивали, короче, и т.д. и т.п. Вот. Дальше. Мы сходили обратно к долгу. Вот. Мне, кстати, нужно забрать награду вот отсюда за выполненный квест, то, что мы помогли бандюгам в баре, вот здесь вернуться за наградой, но туда меня не пускает долг. Вот, здесь было два тайника, короче, мы их взяли, там, в принципе, тоже ничего такого интересного, там защита, ну, не защита, вот эта вот, Rad X, или как, ну, как в Fallout, это вот эта херня называется, которая... снижает радиацию, вот. Там их было где-то штук 8. Мы взяли, сделали себе тайничок один, тут в лагере, в блокпосте, короче, долго, вот. Ну и отправились вот сюда. Вот сюда. Здесь, короче, нам нужно было помочь, короче, кроту отбиться от военных. Вот. Мы это сделали, тоже там, ну, постреляли чуть-чуть, но меня немного покромсали, короче, я немного потратился так хорошечно, вот. Сейчас покажу, что там в инвентаре будет, осталось у нас. Вот, куча трупов осталась здесь, мы с вами, короче, получается, вернемся сюда. Возможно, в этой серии, возможно, в следующей. Вернемся сюда, короче, обыскать трупы, обыскать дома вот эти вот. Посмотреть там по-любому что-то вкусное. Я вижу, уже артефакт лежит. Вот. Спасли крота, короче, крот. И, в принципе, крота мы спасли только одного. Там команду всю положили, наверное, да? Вот. Он нам сказал. Так, давайте сейчас глянем, что он нам сказал.
Он нам рассказал про тайник, короче, вот. Про тайник стрелка, вот. Я ищу информацию, я ему говорю, я ищу информацию о стрелке, Серый мне говорил, что ты что-то знаешь. Серый, ну хорошо, слушай, говорят, что стрелок промышлял в этих местах, к тому же где-то в местных подвалах находится тайник стрелка. Говорили даже, что здесь была база его группировки. Мы тоже искали тайник, только ничего не нашли. Я тебе скину информацию, может тебе повезет. Там вся информация о тайнике, которая у нас есть. Окей. Как мне попасть в эти подвалы? Тут один из многих входов, через него ты попадешь в один из соседних, из соединенных друг с другом подвалов. Ну а там смотри сам, карты у меня нет, они очень длинные, множество комнат и довольно запутаны. Спасибо за информацию. Вот так. Получается, вот на этом у нас закончилась серия. Вот, я с ним поболтал. Он открыл люк, по-моему, да? Вот. Прилетели там, короче, вот летают вертушки. Типа подмога, рейд. Ждем еще, короче, когда закончится рейд. Вот в этом месте. И пока ждем, мы спустимся поискать тайник стрелка. Вот как-то вот краткая предыстория прошлой серии, которая записалась хреново. Я ее в YouTube выкладывать не буду, потому что там смысла нет, я еще раз повторяюсь. Если кому интересно, пишите в комментариях, и я выложу в группу ВКонтакте. Вот, если вы не подписаны, то подпишитесь, ссылки в описании все есть. Итак, ну, начнем. Да, что у нас... У нас осталась одна армейская аптечка, 4 такие аптечки, короче, бинт один у нас остался. Ну, как-то так я, короче, потратился, в принципе. И патронов, смотри, от гадюки у нас патронов вообще почти ничего не осталось. Потому что военные, они какие-то непробивные. Так, окей, надо спуститься сюда. Как-то вот так получается. Вот. Уничтожили бандитов возле Неагропром. Бандиты, бляха. Так, здесь у нас получается, смотри, узкие коридоры, значит, лучше, наверное, будет использовать дробаш. Здесь что-нибудь есть? Здесь ни черта нет. Здесь вон труп лежит уже. О! АКМ. Не знаю, брать ее, не брать. У меня патронов от нее тоже ни хрена. Я все потратил, ну, распихал по своим, короче, тайникам. Кстати, да, я в комментах, ой, в комментах, в прошлой серии спрашивал, напишите в комментах, можно ли как-то ставить какой-то маячок или что-то в этом роде, короче, как-то помечать свой тайник, чтобы не забыть, где я его оставил. Ладно, автомат не будем брать пока. Погнали. Так, бандюганы. Смотрите, кто к нам катит. Понятно. Закатит. Я не знаю, я выключу фонарик, потому что... Так, минус один, хорошо. Потому что по фонарику могут вычислить. Я так предполагаю. Давайте, где вы? Где вы, ублюдки? Нифига он улетел. Опа! Бах. Бах. Минус второй. Отлично. Кондюхаем, кондюхаем. Кондюхаем, кондюхаем, не ссы. Так, где ты? Там смотри, какая-то штука новая. О-о-о-о-о-о. Засранец. Бляха, бляха, бляха. Ну? Хорошо, нифига. Он меня цепанул. У меня, кстати, я заметил, кстати, у меня регенерируется здоровье по чуть-чуть. Это хорошо. Ну где ты? Берем его, тупленького. Бля! Я это, надо было того, это, как ему перезарядить. Вот это да. Вот это да. Надо было перезарядить, короче. Так, перезарядка. Бля. Испугался, короче, бочки.
Давай, давай, где? Подходите. У меня два патрона есть, короче. У меня уже заряжено на готове два патрона. Но! Я жду, вы где? Эй, шалупонь. Шалупони. Так, минус. Минус какой-то там уже. Я сбился со счета. Да стой! Чуть! Какого хрена не стреляет, э? Блять. Сори за матюки, но. Но. Я стараюсь не часто это делать. Вот, но. Это был... Какое нахрен использована аптечка? Ты чё? Какая нахрен аптечка использована? Ты о чём вообще? Дети ублюдки. Окей, давайте я... Да как? Я за столбом! Как они по мне попадают-то? Опять не перезарядился! Да что ты будешь делать? Хорошо вынес. Там есть какой-то тайник. Давай. Бедная бочка. Да как? Вот как они... А как... Как они попадают через стену? Я вот это не могу понять. Через такую бетонную стену, как они попадают по мне? Как попадают через бетонную стену, я не понимаю. Алло. Алло, блин. Чё за дичь? Перезарядись. Надо перезарядиться, короче, и сохраниться, чтобы... Вот так. Блюдки. Давайте сюда-то подходите, чё вы там трётесь-то? По одному давайте. Нет. Какая-то вообще дичь просто происходит, я не понимаю. Я застрял на одном месте. Что за дичь? Какие-то ссатые бандюки. Я убил армию военных в прошлой серии. Какие нахрен бандюки меня тут выносят? Народ, вы чё? Да в смысле я был перезаряжен, ну? Окей. Я сохранился, когда я был перезаряжен. Почему я опять с нулем был? Быстро! Да что ты такой жучий-то, мать твою? Ишак! Ишак ты! Говнюк. Я один, Хера он меня вынес просто. Вот это дичь, это просто дичь. Просто дичь. Да он где-то здесь. Но. Говнюк, ты будешь где-то здесь? Он был здесь. Хорошо. Сохранись. Перезарядись. Нет, где? Это было опасно. Это было сейчас опасно.
Да я в упор выстрелил 2 патрона в него. Какого хрена? В упор, блин. В упор. Какого хрена? Он не сдох. Перезаряжай быстрее. Эй, дядя Вася. Опять он был здесь. Я не вижу ни хера. Но если я включу фонарик, то это меня будет выдавать. Он обойдет меня стороной. Ты где? Ну где он там кряхтит-то, ёмно? Да что такие живучие-то подлые? Почему? Вот я перезарядился, и он не стреляет. Почему? Что за бред-то? Почему? Я перезарядился, у меня 2 патрона в стволе, я нажимаю на выстрел, он не стреляет. Чё за дичь? Я первый выстрелил. Я первый. Ты был убит. Ты был убит до того, как ты выстрелил. Вернуться за награды. Да в смысле? Какая награда? Ты о чем? Так, погоди, он один. Он последний был. Так, окей, ладно, лутаем. Походу он был последний. И вот этот последний такой говнюк, короче, который меня просто убивал. Просто меня гасил. Так, хорошо. Хабар сталкера. Здесь что-то есть? Здесь ни черта нет. Ой, да, дичь, просто полная дичь, короче. Такими темпами далеко не уйдем. Надо как-то быть пособранней. Я так думаю. Фонарик еще ни хера не светит. Маленькую точку. Фонарик же, по идее, не так светит. Не так должен светить. Настоящий фонарик, он не так, не удыдет кружу. Он так не должен светить. Он должен освещивать нормально. Так, погоди, окей. Карта-то есть? Бляха, карты нет. А дверь не открывается, да? Я такой вообще смелый, короче, с ножом тут. Так, либо там можно пройти, либо вот там. Хз, как куда, где идти? Хорошо, патроны. Какая-то новая дичь. Офигеть. Ладно, туда не суемся, окей. Понятно. Туда, там не идем. Там не пройти. Там у нас это аномалия. Угу. Лихо. Не нужен мне твой пистолет. У меня свой есть. Так, хорошо. Там никто. Хорошо, что фонарик не кончается. Вот это радует. Здесь не надо ничего покрутить. Ладно. Движемся дальше. Окей, а это на... Это выход наверх. Нам надо вниз. Мы ищем... Тайник стрелка. Какую-то информацию о стрелке. Не, конечно, атмосферно.
атмосферно. Просто звуки такие прям. Реально. Страхово даже. Горелка. Мне кажется, ли кто-то рычит? Такое ощущение, как будто кто-то рычит, короче. Почаще сохраняемся, почаще F5. Потому что... мало ли. Ё-моё! За херня. Так, две гранаты, хорошо. Да что сейчас за херня тут так закричал? Так. Где-то... где-то тут тайник, короче. О, вижу. Ля, друзья, страхово что-то. Что-то прям страхово. Еще что-то там есть. Двое. Ух ты, ты кто такой? Ты кто, мать твою? Так, погоди. А он не может, да, пробежать через эту штуку? Кто это такой? Бляха, он побежал вокруг. Бляха. А ну-ка. А ну-ка ты где? А-а-а! Твою мать! Где эта тварь? Почему он невидимый, собака? А-а-а! Умри! У-у-у. Я выдохся. Кто там стреляет еще? Тут какая-то дичь происходит. Тут стреляют, там стреляют. Монстры какие-то невидимые бегают. Что за херня? Аллилуйя, я его убил. Я это говно замочил. Охренеть, ты кто такой? Нет названия даже. Щупальца кровососа. Прикинь, это кровосос. Щупальца кровососа. А, потом почитаем. Там кто-то... Ну это не бандюганы. Это... какие-то какие-то военные, наверное. Так, надо, короче, если это военные, надо, наверное, нахера мне два автомата, слышь? Разрядить, выбросить. Ай-яй-яй! Где, откуда стреляют? Ага, понятно. Быстро! Жесть, откуда стреляют-то? Так, у меня... Бляха! Вообще, какая-то дичь просто! Почему у вас так много? Откуда здесь военные? В смысле, откуда здесь военные? Так, я побежал, короче, сюда. Мне надо, короче... так, это разрядить быстро, это выбросить, это взять... Вот так, короче, сохраниться и F5. Оп, выключить фонарик. Так, минус один. Хорошо, монстр нас больше, в принципе, не побеспокоит. Я позаботился об этом. Да бляха, чего такие?
хорошо. Так, бинт. Да ни хрена их там, вы чё, издеваетесь, ёпта? Какого хера вас так много? Народ. Так, аптечка, сохранится, то есть. Патроны, все, у меня, короче, патроны кончились. И это имеет быть плохо место. Но! Так. И неизвестно, сколько их там еще. На радаре у меня показано двое. Но тут их как минимум трое, почему-то, я думаю. Один. Ну, допустим, хорошо, ладно. Хватит 24 патрона на одного? Мне кажется, не хватит. 16 патронов. Алло. Вылазь, алло. Да ну давай, пристрели меня, но вылези. Блюдок. 7 патронов у меня. Если я сейчас попру вперед, короче, неизвестно, сколько их там еще. Ну давай. Угу. Слышал, да? Все. Но, в принципе, он-то не знает, что у меня патроны кончились. Он-то не знает. Ну давай, но... Блях, это плохо, короче. Это очень плохо. Почему-то я думаю, с пистолета его не пробить. А, добил. Ху-ху. Хорошо. Так. Плохо то, что у нас патроны кончились от гадюки. Так, что хотели? Щупальца кровососа содержит особую железу. Она выделяет фермент, растворяющий кожу жертвы и одновременно препятствующий сворачиванию крови. Если ученым удастся определить структуру фермента, это поможет осуществить прорыв в медицине. Погоди, а я могу ее? Нет? Блин. Это плохо. Это очень плохо. Кровосос, прикинь. Так, ладно, а что здесь? Где-то еще тут коробочки какие-то, да? Сейчас, может, еще патронов. Возможно, возможно, патронов наберем у трупов военных, короче. Пусто! Да ладно, еще! Где? Где моя граната, нахер? Получилось? Один. Так, там его нет, окей. Он, значит, там в проеме. Угу. Ну, бей. Ну, лови. Бляха. Кинул туда. Сейчас я прямо туда. Оп. О, хорошо. Залетело. Граната? Правда, что? Опа! Выбежал. А, двое! Уже двое. Я говорю, неизвестно, сколько их там. Жесть. Ну где ты? Блин.
Ты думаешь? Ты так думаешь? На, просто вынес. Так, аптечку. Хорошо. Еще один. Как минимум. И он скорее... Он скорее всего вот здесь. Да что ты? Но пока все равно одного только показывает. Если это вот такая круговая... Если это круговая, то он может меня в обход, короче, обойти. Ну, я думаю, навряд ли он так будет делать. Он сейчас будет высовываться туда-сюда. Короче, надо подождать, пока он сюда поближе подойдет. Я так думаю. Так, ладно, патроны так. Окей. Да, патроны, патроны. Так, вот этого. Так, идет. Поджидаем. Оба мимо. Вот опять у меня не сразу выстрелил, короче. Ладно, с этим покончено. Окей, эти... Я не знаю, брать этот автомат или не брать, блин. У меня все равно патронов от него маловато. Маловато патронов от него. Просто если мне его, ну, если мне его брать, короче, то... Ух ты, у меня какая-то другая граната. А, если его брать, то мне придется, наверное, гадюку выкидывать, чтобы я был не перегружен. Да? Правильно? Правильно же? А нет, смотри. Окей, ладно, уговорил. Пошли. Так, еще граната. Все равно кого-то слышу, что кто-то еще рычит. Аж проголодался, бедный. Колбаски с хлебушком. Так, ну ладно, хорошо. Здесь мы облутали. Здесь мы осмотрели. Идем дальше. Так, фонарик пока пускай будет включен. Берем паёк военных. В принципе, как бы недалеко осталось дойти. Так, окей. Не, слушай, атмосферное место вообще хорошечное. Так, окей, мне сюда. Двое. В смысле? Да ладно, я нашел тайник стрелка. Зашибись. Зашибись. Возможно, короче, мы здесь сейчас немножко с вами подсобираем лута. Возможно. Так, смотри, какой-то артефакт. Что за артефакт? Радиация минус 20. Огненный шар. Интересно. Кристаллизируется в аномалии жарко. Хорошо борется с радиоактивностью. Хотя ускоренный энергообмен изнашивает мышцы двигательного аппарата. Долго бежать не получится. Артефакт излучает тепло. Его, слушай, в принципе, его можно, короче, тупо носить в инвентаре. А если где-то большая радиация, просто брать его и одевать вот так, да? Как вариант. Окей.
Хорошо, так и будем делать пока. Так, какая-то штука лежит. Какие-то записи. Точки. Интересно. Так, тайничков здесь нигде никаких нет. Окей, бандитская куртка. Как бы, в принципе, она не нужна. Можно выбросить. Вот здесь вот, смотри. Ух ты, автоматы. О, мать вашу! Ой, аптечки! Хорошо! Хорошо! Так, там еще один стол. Можно как-то сдвинуть? Или сломать? Я могу стол сдвинуть или сломать? О, шикардос. Гранаты. Какой-то улучшенный. Значит, берем его, одеваем, а этот мы разрядим и выбросим. Шикардос. Пока я ходить могу, и это радует. Патроны, патроны, патроны. Сколько? 213, хорошо. И тридцатка заряжена. Шикарно. Эта дверь открывается? Нет. Неплохо. Но тайник, да, неплох. Погоди, это такой же, да? А нет, это укороченный. Выбросить нахер нужен. Так. Я не знаю, друзья, советуйте, оставить ли гадюку, либо выбросить. Пока я вот сейчас поношу ее с собой, но оставить ее или выбросить. Так, вот здесь что-то. Выбраться из подземелья, узнать о судьбе призрака. Так, сообщение, стрелок, погоди, журнал. Сообщение, стрелок, у меня хреновые новости. Клык погиб, тебя не застал. Зря ты один к центру пошел. Впрочем, дело хозяйское. У кого и где-то тебя искать, знаю, призрак. Узнать о судьбе призрака. Понятно. Так, теперь нужно, короче, найти какого-то призрака, либо узнать о судьбе призрака. Выбраться из подземелья, окей. Дальше по плану у нас выкрасть документы, но для начала мы там исследуем, ну, полазим. Так, это вот здесь, мы полазим вот здесь, где мы отстреливались от бандюгов. Окей. Так, что там еще у меня? Остался один день уничтожить бандитов, вернуться за наградой, окей. Это куда? Это к Сидоровичу. Ух ты, у нас здесь тайники появились. Это к Сидоровичу вернуться за наградой. Допустим, хорошо. Узнать о судьбе призрака. Угу. Так. Клык погиб. Стрелок, у меня хреновые новости. Клык погиб, нас ждали в деревне возле складов. И, по-моему, ждали давно. Трое, по виду обычные нейтралы. Клык их как-то почуял. Сам знаешь, чутье у него что надо было. Двоих мы завалили, явно шпана. А вот третий поумнее оказался. Сидел с винторезом метрах в 100. В общем, нету больше клыка. Так что в следующий раз в центр вдвоем пойдем. И вот что еще. У этих двоих наше описание было. Я ума не приложу, кто именно нас заказал. Хотя вообще-то многие зуб у нас имеют. Третьего я упустил. По-моему, один из наемников. На лице сильный шрам. Глаза светлые, постарайтесь его найти. Такие вот дела, будь начеку и удачи. Призрак. Призраку. Здорово, дружище, оставляю тебе инфу, на связь не выхожу. Заметил слежку. Чувак, я ушел на север, туда, где мы были. Постараюсь проскочить в одиночку. Извини, но ждать тебя времени нет, потом объясню. А тот урод, который убил клыка, еще пожалеет, что на свет родился. На ремни порежу. Тут ты узнай пока, кто он, а я скоро вернусь, разберемся. Встречаемся у нашего общего знакомого. Сам знаешь, у какого и где. Удачи, стрелок. Стрелку. Привет, был. Тебя не застал. Зря ты один к центру пошел. Впрочем, дело хозяйское. У кого и где тебя искать, знаю. Призрак. Узнал, что одного из групп...
узнал, что одного из групп стрелка зовут призраком. Только какая-то зацепка. Если смогу найти призрака, смогу найти и стрелка. Окей. Вот такую вот инфу мы с вами нашли. Теперь нужно выбираться отсюда. А выбираться, наверное, обратно тем же путем, что ли? Окей, допустим. Так, у меня почему-то двое, короче, на радаре. Два бандюгана, или кто там на радаре. Так, выбраться из подземелья. Да, это у меня вот это отслеживается, выбраться из подземелья. А, вот это мы не читали, смотри, да? Вниз по винтовой лестнице, комнату склона, потом до выхода попадем в большую комнату с трубами на потолке. Оттуда вниз, к которому выходу, выходим в туннель и поворачиваем налево. В конце будет ход. А, не влезай, убьет. Короче, ну это мы уже нашли. Окей, ладно. Короче, надо выбраться теперь. Так, хорошо, выбраться теперь. Выбраться мне он показывает стрелочка сюда. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Владивосток 2000. А, фонариками светим. Хорошо. Где-то наверху, значит. А, и где? А, вот стоит. Бляха, все мимо. Так, хорошо, один готов. Вон второй. Где ты, где ты, где ты? Где ты? Убил? По ходу дела. Так, он мне кровушку пустил. Ублюдок. Ну слушай, вот это, да, пробиваемость, в принципе, наверное, побольше, чем у гадюки. Охренеть, чувак. Все нормально, успокойся. Так-то, в принципе, от этого вот автомата патроны попадаются, но по чуть-чуть, как бы, их не так много. Так. Ну, выход был там, наверное, да? Здесь. Да, здесь вон лестница сломана. Да. Я просто проверить, ну, поднялся проверить, чтобы посмотреть, короче, это, может, какой ништяк лежит. Окей. Радиация щелкает. Ага, ящички. Хорошо, бинты. Так, пусто. Это свинец или что это? Можно наверх, можно туда. Ну-ка, что там наверху? Что же ништяк какой лежит? А, херушки, да? Ничего нет. Ладно. Херушки, ничего нетушки. Так, сюда, да? Ага. Ящики не открываются, окей. Нихера себе. Это кто? What the fuck?
ты что, блин, такой? Вы, похоже, на грузовик и нести не несли. Что это сейчас было? Я хотел вот эту штучку, короче, отломать. Я сейчас быстро к ней подбегу. Быстро, быстро, быстро. Пусто! А как? А мне можно, кстати, подняться вот здесь. А кто это такой? Видал, смотри. Это что? Что-то лежит? Пачка сигарет, что ли? Он вообще умирает? Ой, он ближе и ближе подходит. А его вообще можно убить? Ну-ка давай еще раз попробуем. Если нет, то попробую выйти. Ну, подняться. Там в этой штуке, короче... Да мне кажется, навряд ли ты его убьешь. По нему не попасть вообще. Это дичь. Это кто? А, погоди, мы же читали, помнишь про какого-то этого чувака, который там что-то выжигает мозги или что? Выжигает мозги. В смысле? What the fuck? Погоди, ну мне, блин, мне хреново очень, я... Давай-ка я сейчас еще раз попробую. Значит, надо до конца бежать, он туда. Па-па-па-па-па-па-па. Фу! Жесть. Это вообще какое-то просто... Мы про такого чувака читали, по-моему, да, это этот, как его, пожигатель мозгов, или как, телепортер там какой-то, или телепат какой-то. Где я вылез-то вообще? Погоди. А, я вылез как раз возле украсть документы, нам сюда не надо. Нам надо валить отсюда, если честно. Валить отсюда и идти туда, в этот. Ой, ёпта, военные. Хорошо, пока меня не заметили. Окей, друзья. Будем уже выбираться, короче, отсюда и там воевать с военными уже. Я не знаю, можно будет здесь сразу зачистить, а потом туда пойти, там полутать. Либо как-то по-тихому выбраться отсюда и там полутать. А потом сюда вернуться. Короче, в комментариях пишите. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.